подготовка идет сейчас хорошо. Все тренируются, готовятся к игре, одной из самых важных игр. Все будут в строю к игре, надеюсь. Готовимся хорошо. Матч с Зимру для тебя принципиальный? Конечно, принципиальный. Это наш один из самых важных соперников. Тем более, зная, как эти игры проводятся, как болельщики относятся к этим играм. Я думаю, это очень принципиальная игра. Битва идет за, можно сказать, ну, кто хозяин Кишинева будет, столица. За счет чего можно обыграть Зиму? За счет желания, самоотдачи на поле и ответственность. Видел ли ты игры Зимру в этом сезоне, и что тебе понравилось в их действии и что нет? Не видел их игры, я сосредоточен только на игре своей команды и на моей личной. Поэтому мне неинтересно, там, как они играют, где они играют. Дача проиграла единственный матч в этом сезоне именно Зимру. Будет реванш? Конечно, это дополнительная мотивация. И то, что хотим доказать, то, что это было случайно, то, что мы сильнее, мы заслуживаем победы. В прошлом году ты забил единственный гол в матче с Зимру в Кишиневе, в Спее. Тоже собираешься забивать? Ну, конечно. Главная же задача выиграть, а там забил, будет еще приятнее. Главное – победа. Не обижусь, если какой-то мой коллега по команде забьет гол. Я буду только рад. В этом принципиальном матче для дачи одно очко будет достаточно? Нет, одно очко это мало, для дачи будет только победа. Одно очко я расцениваю как проигрыш. Удачи сейчас в последнем матче больше появились болельщиков. Как они поддерживают дачу? Конечно, последние игры очень приятно. Их все больше и больше. Раньше там, если приходило человек 30-50, то сейчас около 400 где-то. И они нас подгоняют. Это как наш 12-й игрок. Нам хотелось бы видеть их на каждой игре. Также, чтобы поддерживали. Хочу сказать, что если они будут в таком же количестве на игре Зимбру, постараемся все сделать, оправдать их ожидания, чтобы они не зря приезжали в поле, на стадион и болели за нас.